Дэнни, ты тоже это слышал? А вот еще. Это кто и так рано в воскресенье написывает? Да еще и так много сообщений отправляет. Дэнни, а вдруг у нее появилась новая собака, и она ведет двойную жизнь? И может быть мы скоро станем ей ненужными? Дэнни, ты куда пошел? Дэнни, нельзя. Нельзя, как бы не хотелось, но нельзя смотреть чужой телефон. Это личное. Не смотри на меня. Мэнни, ну скажи ему. Да не, тише, я тебя прошу. Если Вика сейчас проснется, нам двоим не поздоровится. Дэнни, пожалуйста, я пошутил. Не стоит брать телефон. Дэнни, нельзя. Ну ладно, неси его, только тихо сюда. Аккуратненько, аккуратненько. Дэнни, ну я же тебя прошу, аккуратней, чтобы не разбудить ее. Неси. Ну давай посмотрим, кто тут пишет. Отбой, Дэнни, это спам от банка.